привет, мои хорошие! С вами я, Светлана Та, и сегодня я готовлю пирожки. Не знаю, как мой муж это реагирует, уже посмотрел и сказал, что это, как я сделала эту картошку. Но это Ашким Гюрджу пирожки по-турецки, по-русски. Это не по-турецки, а по-русски. Русские пирожки с картошкой, не бурек. Так что покажу, что из этого получится. Тесто вышло супер. Посмотрите, какое мягкое. А в картошечку я добавила лук жареный и перчик черный и красный. Мои хорошие, вот такие пирожки у меня вышли, такие смешные. Я сделала сначала маленькие, налепила, вот посмотрите, маленькие. А потом решила чуть-чуть побольше, потому что очень долго возиться с ними. Видно, я уже сколько лет не делала пирожки, признаюсь вам в этом. Все турецкое, турецкое. Не знаю, как мой муж отреагирует вообще. Он такой капризный насчет этого. Ну, пускай привыкает к русской еде тоже. Так вот, мои хорошие, вот у меня еще тесто осталось. Пюрешка осталась, но это для нас это достаточно, и так много сегодня, вот так у нас проходит, у меня так проходит воскресный вечер, мои хорошие, но завтра пойду на зумбу с утра, буду сжигать набранные калории, что-то захотелось, так вот погодка тоже, гром, у нас молния, дождик пошел, началась осень. И вот захотелось чайком. Чай у меня уже готовится здесь, вот мои хорошие маслинки мои. Я показывала вам рецепт же. Чуть-чуть осталось, вот я их постоянно переворачиваю. Вот такие вот они у меня вышли. Горечи почти нету. Ну, мало осталось. Ну вот, что я могу сказать. Сейчас я буду жарить, покажу вам, какие они пойдут потом. Мои пирожочки жарятся. Перевернула их на другую сторону. В общем, вот так вот, мои хорошие. Знаю, что вилкой нельзя, но неудобно. Мне так интересна реакция мужа, наверное. Вот так вот жарятся мои пирожки. И вот плод моих стараний, моего труда. Вот такие пирожки у меня получились. С этой стороны поменьше, здесь побольше. Ну, нарезала помидорчиков, там зелени как можно. И будем пить чай, мои хорошие. Всем приятного аппетита. С вами была Светлана Ата. Пока-пока. Хочу показать вам, какая Ашким кушает их. Так интересно самой посмотреть. Ашким, тебе понравились пирожки? Русские пирожки с картошкой. Смотрите, как наяривает. Там выступал. Ух ты, ну-ну-ну, Саня, ду-ду-ду. Приятного аппетита. И футбол смотрит мой Ашким.